дитя. Однажды родители подарили мне цветную мозаику. Треугольники, из которых можно собирать узоры. Иногда они похожи на льдинки, как у нас зимой. Их так много, как узоров на этом покрывале. Папа с мамой говорят, сколько узоров, столько национальностей живет в нашем городе. Наша страна самая большая и красивая страна в мире. А город, в котором я живу, не самый большой, но это как посмотреть. Я думаю, это самое лучшее место на Земле. Почему я еще не сплю? Потому что у моего папы и мамы